Всем привет, с вами Мега Сириус 12, мы вновь продолжаем проходить игру Сталкер Чистое Небо с модом ОГСМ версии 1.8. Я сразу извинюсь, какие-то гопы слушают музон у меня за окном, поэтому если вдруг будет ихняя музыка слышна у вас в наушниках и динамиках, то извиняйте за это. Также я пополнил арсенал, не мог устоять перед легендарным оружием. Поэтому будем сегодня бегать с ним. Эх, а их тут сколько? А, пофиг, у меня подствольник есть. Фига себе. А, караум в бочку упал. Нубяра вообще. Да блин, вовремя. Кто тут еще нам? Вот за это я эйскат люблю. Он очень прочный. Не, ну вы видели? Эту корону в бочку навернулся. Блин, я выдохся. Че у тебя там в бочке есть? Стандартные патроны? Не, мне они не нужны, стандартные. Скидываем. Давайте обыщем их. Так, кстати, больше тут зомби я что-то не вижу. И меня это радует. О, аптечка. Прикольно. Аскорбинка. Так. Где-то тут труп. Оба-на, ученый. Надо же. Так, ну, в общем, как вы можете заметить, я продал этот, как его, зеленый костюм научный. Ну, вот как у этого чувака. Несмотря на его хорошие защитные свойства против аномалий, в бою он очень хреновый, поэтому я и на него забил. Ты сталкер? А чё? А, ученый. Фига себе, тут прям ученые. Блин, пузырь, 16 тысяч. Фак, не, куплю. Чё ты на меня орёшь? Ну вы поняли, какая с. Так, аптечка. Так, вообще что есть? Ещё аптечка. Так, вот там дальше еще есть кто-то. Сегодня часть такая коротенькая будет, потому что, как вы можете заметить, я начал часто снимать. Раз часто снимаю, значит, часто приходится монтировать и прочее. А это очень муторно. Так, артефактов что-то здесь нету. О, нейтралы. Чё это они тут забыли? Флешка. Прикольно. Кстати, я тут весь янтарь оббегать особо-то не собирался, конечно. Поэтому, если я какой-то труп пропущу, вы мне об этом, пожалуйста, скажите. Портим костюм. И артефактов нет, как назло. Ну, что за... Так, ладно, нам вроде надо поговорить с учеными. Слишком... Долго я не советую затягивать, иначе опять зомби попрут. Также, пока идем, отвечу на вопрос, нахрена я столько много оружия таскаю, ну, кроме этих двух стволов, их я сейчас продам. Дело в том, что я люблю оружие, поэтому собираю тут для себя небольшую коллекцию, которую... с помощью которой буду разноображивать прохождение, не все же с одним дробовиком бегать. Все, понял. Чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Да, нечасто я вижу здесь новые... Так, работа есть. Батарейка. У меня есть батарейка, кстати. Так, я по поводу задания. Ух ты, 15 тысяч дал. Заходите еще. Прикольно. Так, я думаю, медузу теперь продать можно. Да хватит орать, а. Глаз плоти, бенгальский огонь. Нет, все фигня. Всего наилучшего. О! Оба-на! Вот это шикарно. Так, я думаю, мы можем продать два наших старых детектора, ведь у Велеса я тоже менял текстурку. Сейчас посмотрите. Ну, не ахти, конечно, как получилось, но... Так, бинтики все скупим.
И оружие, к сожалению, у него никто не покупает. Это плохо. Очень-очень плохо. Так, детектор-то я купил. Оба-на, выброс. Или это пси-всплеск. Так, не знаю, зачем я использовал аптечку. Так, ладно, выкинем стволы. Лишние. Флешка пускай с нами валяется. Стандартные патроны нам не нужны. Это бронебойные. Так, и походу там надвигается выброс, потому что так тряхнуло знатно. Кстати, а куда мы после янтаря пойдем? По-моему, дальше нам придется идти в рыжий лес. Да, гиблое место. После рыжего леса туда, потом нас помотают между этими локациями. Ну, извиняюсь за спойлеры, конечно. Потом мы будем штурмом херачиться через Лиманск, извиняюсь за мат. Там мы пойдем в госпиталь. Где-то он тут. Что-то я его не найду. Ну, в общем, пойдем в госпиталь. А после госпиталя мы пройдем по вырезанной из Зова Припяти локации подземелья или путь в Припять. И по ней дойдем до ЧС, где будет, собственно, сам финал. Так, что-то выброса пока я... нету. Ладно, давайте поговорим насчет сюжета. Группа пропала в северо-западной части ко... это все... Они нас без... Мы долго ломали голову на... Заходите еще. Так, нам надо найти документы. Они вот здесь. И еще я узнал, что это был не выброс, это был всплеск пси-излучения, что означает респаун зомби. Ну, значит, сейчас будет пальба. Так, идти надо в другую сторону нам. Так, найти надо артефакт навес. Покупать я его не буду, хотя мне тут предлагали купить золотую рыбку. Но золотую рыбку покупать — это почти все деньги потратить. Поэтому лучше ее найти, а не покупать. Так, вон там уже я вижу зомби. Ну ничего, у меня на калаше подствольник стоит. Так что поприкалываемся. Да, я снайпер. Ёпт! Это чё ща? А, это земля была. Чуть-чуть повыше. Ну, извините, у меня тут градусного этой нету. Ох ты. Красава. Так, сюда. Да чё их осколками не сечёт? Пофиг, вот так херанем. Да неужели? Не, подствольник это не мое. Так, одну гранату мы оставим. О, псевдо-сучки набежали. Ох, как его плющит-то. Так, это была псевдо... Так, а вон та. Те. Ну, идите сюда. Так, это все фантом, а мне нужна настоящая. Иначе мы так и будем тратить патроны на них. Калаш. Ах ты, падла, напугал меня. Псевдокобель. А, вот вы где. Ты что ли настоящая? Да похрен. Да, снайпер. Да вот она настоящая, походу. Да, вот она. Пошли все на. Дикобраз, чертов. О, у него псевдохвост есть. Че так темнеет, на? Так.
ничего толкового. О, Энфилды, Сиги. Но так как это ничего тут не покупают, я это все брать даже не буду. Так, ничего толкового, увы, нету. Вот там, кстати, можно найти что-то интересное. Так, давайте, кстати, я вам покажу детектор. Вот теперь он такого цвета. Как по мне, так вроде получше стало выглядеть. Это псина. О, хвостик есть. Прикольно. Я думаю, хвосты-то они покупают. Так, на всякий сохранимся. Куда ж без этого? Так, вот тут что, проход есть? О, быстро как мы артефакт достали. Всегда так. Так, тут у трупов, наверное, ничего нет. А глаз нам, кстати, кровотечение плюс 40. Давайте пока его вместо выверта поставим. Хотя бы не придется так много бинтов тратить. Так, здесь радиация, как мы можем заметить. Опять пси-всплеск. Нет, это, я уже знаю, что это не выбросы. Я знаю, что на янтаре есть такая штука, как пси-всплеск. О-о-о. Так, надо отнести эти документы Сахарову. Хорошо, отнесем. Но самое страшное не это, а то, что там зомби идут. Поэтому давайте ввалить отсюда. И мы чуть не сдохли, кстати. Так, ух ты, тут зомби повсюду. Просто повсюду. Так, вон там. Ну чё, устроим часть веселую. Кстати, у нас еще радиация. Давайте ее выведем окончательно. Да вы чё, слепые, что ли? Чего он не дохнет-то? Так, что-то тут с радиацией мощно, поэтому давайте поставим выверт обратно. Оба, Г-36, не, ну Г-36 я просто обязан взять. Грозань тоже обязан взять. Только мы теперь... А чё? Спас-то, ёп. Не зомби, а спецназ какой-то. Кольт. Ну нет, кольта толку нету. Вот давайте их только разрядим. Так, модернизированный патрон. Не, модернизированный выкидывать не будем. Че, мы дураки, что ли? Так, зомби вовсю идут. Так, надеюсь, там они отобьются, а мы будем отбиваться с этой стороны. По крайней мере, мы попытаемся отбиваться. Так, где этот... Какие вы крепкие стали. Откуда, откуда? Энфилд. Их тут 8. Ну вы прикиньте себе. 8 штук, это ж вообще. О, Сиг. Ну не, Сиг я брать не буду. О, тайник. Ну ты, конечно, внимательный, пацанчик. СВУ. Блин, на последнего не хватило патронов. Да, у нас скоро будет перегруз, и мне это не нравится. Потому что чертов ученый не покупает долбанное оружие. О! А, это на натовское оружие, подствольник, да? Ладно, давайте мы спрячем в дупле. Понимаю, звучит ржачно, но... все нами найденное оружие...
Кстати, жалко, нельзя прикрепить на G36, потому что я у G36 качал точность. Кстати, раз уж у нас тут нычка, давайте SIG заодно возьмем. Может, когда-нибудь, когда у нас не будет хватать денег, придем сюда. Распотрошим нычку. О, еще гроза. Не, ну это, конечно, уже вообще. ЛР-ка. Ну, ЛР-ку я брать даже не буду. Хотя, ладно, давайте возьмем. Оба, сайга. Выкинем ЛР-ку. Винт. Так, вроде бы все. А, вот еще идут. Ну, сейчас мы спрячем наше оружие. Кстати, где этот пенек? А, вот он. Да, 27 кило разного хорошего оружия. Это, конечно, круто. Так, прицепим прицельчик. Я на всякий купил калашу прицел. Просто я его хотел использовать как на мутанта в основном. Потому что неохота портить натовскую винтовку. Ну ладно. Так, где они у нас? Вот они. Так, и они полезли прямо в аномалию, чтобы... Нифига себе, зомби шхериться умеют. А, чертова аномалия. Не, я тут не жилец. Умри, падла. Да ну вас к черту. О, артефакт. Нифига себе. И где он у нас? Артефакт, ну иди сюда. Ух ты, светляк, прикольно. Это круто, это да. Да умри ты, наконец. Где еще один? О, вал, нифига себе. Вал, это круто, да. Нифига себе, ты щедрый какой на патрончике. Чё, тут сталкера убили? Жалко. Так, еще одного ученого завалили. Не, они с этими пси-всплесками уже задрали, конечно. С респавном они переборщили. Так, снова можно... А, давайте поставим светляк, он восстанавливает аж 6 здоровья. А это очень хорошо. Блин, у меня 2 патрона осталось. Блин, у меня артефакт не тянет по радиации. Жалко. Вот почему у меня радиация до этого была. Так, где тот чувак в экзоскелете? У него какое-то оружие было интересное. А я не помню, где я его замочил. Вообще не помню. Или это вон он до сюда дошел. Ладно, какая мне разница. Так, антирад. Аптечка, блин, мы почти все аптечки просрали. Ну, пипец. О, тут проводник есть. Ну, нифига себе. А, еще куча зомби и куча тайников. Вот эти 3 тайника мы обследуем в следующей части, когда пойдем на завод. А вот в этой... Мы побегаем, да. Иди сюда. Документы я тебе пока не отдам. Так, документы я вам пока не отдаю, потому что... Просто не отдаю. Вот почему. Ух ты, 19 тысяч. 32 тысячи. Да, на артефактов бабло дел... Бабло делать это, конечно. Бинт скупим. Так... Антирада 1. Все, окей. Даже если... Ну ладно, возьмем. Все вроде, ага. Так, сейчас я вырежу. Мы походим... Я побегаю между локациями. Парни, я нашел Севу. Лежала на трупе. Ни хрена себе. Так, Энфилды,
ЛР-ки скинем. Это я решил просто показать, чтобы у вас не было вопросов. Теперь я даже и не знаю. Интересно, интересно. Кстати, я нашел еще одну флешку. И вот здесь среди трупов... У одного из трупов была флеха. Так. Тут тайник. Где-то. Ух ты, хороший тайник. Так-с. Весь завод у нас просто утыкан тайниками. Но это все будет в следующей части. Я уже разок сходил на кордон. Кстати, я там спрятал свою снарягу, чтобы вес освободить. Чтобы поднимать побольше. В общем, берлога Сидоровича будет нашей базой. Там мы будем складировать наше драгоценное барахло. Так, а у вас что тут барахло какое? Кстати, один у одного из зомби была СВД, и он ей пользовался как оружием ближнего боя. Это, конечно, была кора. СВД против ближнего, как ближний бой. Ну, в ближнем бою, в смысле, использовать. Это, конечно, смешно. Потому что это то же самое, как... Как дробовик использовать... Насчет снайп... Блин, как дробовик использовать в виде снайперского оружия. Извиняюсь, заговорился. Так, все трупы здесь уже исчезли. Хорошо. Мне не важны трупы, мне важен пенек. Восемьдесят два кило, перегруз. 82 опять. Тоже 82. 81,9. Да, придется еще один заход сделать. Но это потому что я Севу нашел. Кстати, трупов здесь нету с флешками, документами, оружием и прочим. Я думаю, куча трупов будет вот на самом заводе или вот здесь где-нибудь во врагах валяться. Мне вот так кажется. Так, мы вот что-то выдохлись. Что тут, патрончики, что ли? Не, мне пофиг на патроны. Так, из всего этого брахла... Интересно. Что-то я оставлю, прокачаю, добавлю в коллекцию своего оружия. Кину в ящик Сидоровича, вдруг когда пригодится. А вот что-то я продам. Ну ладно, я вырежу. Если что-то интересное будет, я продолжу запись. Итак, мы на базе долго. Зачем я сюда пришел? Я опять забрал свое брахло, потому что я решил... переехать от Сидоровича на базу долго. Буду базироваться здесь. Здоров. В общем, здесь у нас будет склад, плюс под рукой техник. Под рукой техник со всеми наворотами. Ну, флехи там еще. Плюс, что еще? Что еще? Даже и не знаю, что еще. Ну, в общем, тут все есть у меня на базе долго. Поэтому будем базироваться здесь. Перво-наперво мы починим. Все, что есть, все, что нам нужно. Так, снайперку прокачаем. Ну а что, вдруг мне нужна будет для какой-нибудь миссии снайперка? Да и вообще в коллекции снайперку иметь полезно. Так, нет данных. А, кстати, давайте отдадим ему флешки. Так, отдали ему две флешки. О, прикольно. Но не на СВД эти улучшения были, увы. Так, Севу давайте починим, офигеть. Сейчас все деньги опять спустим. Так, заодно прокачаем грозу. Скорострельность, отдача. Так, извиняюсь, подлагивает что-то. Но это всегда бывает. От этого никто не застрахован. Так, и опять нету данных у него. Это плохо, это очень плохо. Жалко. Ну ладно, давайте найдем... А, мы хотели еще прокачать Севу, но... Севу я починил, но у нее все эти противоаномальные характеристики намного хуже. То есть толку от этой Севы нам ноль. Понятно.
Так, какое оружие взять с собой? Наверное, мы возьмем дробовик, чтобы разнообразиться. Блин, нафиг я вниз спустился, тупка. Ящик наверху. Второй этаж. По-моему, на третьем. Да, конечно, фигово, что надо каждый раз на третий этаж подниматься. Ну ладно, так уж и быть. Винтарь оставляем. ГП-36 оставляем. Грозу, калаш, СВД. АПС. Так, подствольник тоже. Патроны модернизированы. Так, вот. Снайперские по... А, нет, стоп. Эти-то как раз мы заберем. А вот эти оставляем. Вот, да, вот здесь у нас будет склад наш. С различной коллекцией оружия. Разумеется, все всякие попавшиеся под руку стволы я не буду брать. Ну, прокачивайте в коллекцию, типа Энфилд там, или этот, как его, ЛР-300, или АКСУ, допустим, или Чейзер, наш старый дробовик. Это все хорошие стволы, но эти стволы часто встречаются, и в коллекции им делать нечего. Спросите, зачем же я калаш засунул в коллекцию? Да потому что все-таки легендарное оружие, согласитесь, поэтому он заслужил это место, поэтому пускай будет в коллекции. О, колбася. Так, это не моя нычка, это просто долговцы сюда складируют всякую хрень. Давайте забежим к торговцу. Вряд ли ему можно севу продать, но... Жалко, да. Не покупает. Ну, больно надо. Так, вот эти патроны мы продаем. Купим еще аптечек. Бинт один. Ага, так, что нам еще нужно? Нам надо продать антирада, больно уж слишком много у нас. Оставила себе Вальтер и дробовик. Так, а где остальные-то? Куда все долговцы подевались? Никому впаривать брахло. Во, давай я тебе впарю брахло. 7, так, мне хватит 3 штуки. О, у него тоже светляк есть. Давайте купим еще одну аптечку. Так, мне бы еще банку энергии. О, ты прям мои мысли, мужик, читаешь. Ну, теперь живем. Сколько у нас свободного? Так, 45 кило. То есть у нас 25 килограмм плюс 10 лишних перегруза. Ну, неплохо. Сохранимся на всякий. Я вырежу. Мы продолжим на этом, на янтаре. Итак, мы снова на янтаре. И снова нам надо защищать их от зомби. Только я не пойму, где они увидели зомби. А, здесь. Ну, начинается утро в колхозе. Так, там вроде чисто. Задание провалено. То есть, а, ну да, там оставался всего один сталкер, к сожалению. Ай, задолбали они с этим респавным зомби. Не, ну я все понимаю, там пси-установка под заводом, все такое. Только не стреляйте. Сразу. Летить. Адреналин, нахуй. Офигеть! Вестерн! Блин! Не, ну тут с дробовиком вообще хреново. Я тут где-то ныкал. А, ныкал я, конечно. Нычник. О, ну хоть аптечка есть. Ё-моё. Как мне их перемочить всех? Я вообще не знаю. Надо целиться по головёшкам. Чё, блин, где мой дробовик? Не, ну это жопа, конечно.
Все, умри, зараза. Не, ну это, конечно, жопа была полная причем. Так, у тебя сайга. Вот вал возьмем. Патрончики эти возьмем. Эту я не буду брать, ЛР-ку. Их даже продавать не очень выгодно. Не то, что таскать. А вот вал это очень хорошо. Так, где-то опять нападение на нашу базу. Они уже задолбали нападать, конечно. О, винтарь. Вот это круто. Задание провалено. Защитить ученых. Зашибись. Это что значит? Это значит, что тут зомби. Да блин, тупой драйвер. Повезло, что на мне скат, будь на мне тот зеленый костюм, кобзец бы мне был. Самый натуральный причем. Да, ученых, походу, положили всех. Ужас. С респавном они, конечно, переборщили. В оригинале также такого количества зомби не было. Фига себе, он отлетел. Где тут труп-то еще? А, вот он. Где-то в кустах, вот. Ничего толкового. Так, это, конечно, было весело. О, проводник вернулся. Это радует, конечно, это радует. Где-то здесь тайники. Много тайников. Так, разрядить надо. Тоже разрядить. Это все мы потом будем продавать. А, на территории завода все. А, блин. Кто смотрел последние серии Санчеса, я начинаю его понимать. Где этот чертов тайник? Где эти чертовы снорки? Да блин! Попробуй напасть на меня без намордника, если ты мужчина. Где чертов этот? Это труба. Блин. Оп, оп. Да мы не запрыгнем наверх. Хотя... Не, вряд ли. Калабанга! О, запрыгнули. Ух, нихья себе. А, блин, теперь хрен отсюда вылезешь. Тупая железяка. Так, если мы сейчас туда спрыгнем, мы уже потом... Так, мы будем так ходить. В общем, это уже на территории завода, и мы по квесту в следующей части. Ух, ё. Да, в следующей части мы займемся зачисткой. Сейчас надо валить отсюда ко всем. О, опять пси-всплеск. Ну ладно, там раз-два в день. Но не пять раз за час, ну блин. Разрабы. Если будет версия 1.9, исправьте это. А то это уж совсем перебор. Че тут, труп что ли? А, это я его обыскивал. У него как раз флешка была. Заколебало меня выдыхаться. Правда, я запасся энергетиками. Сейчас мы оббежим вот эту территорию оврага. Блин, сколько тут тайников, а? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь тайников. И хабара там будет нехило, потому что в этом моде, что меня радует, это изменили хабар. Вместо двух-трех аптечек обычных уже встречаются достаточно интересные вещи. Так что следующая часть будет интересной, но следующую часть я буду уже снимать на следующей неделе. Извиняйте.
Когда буду корсары делать, я не знаю пока. По-моему, сегодня четверг. Но сниму я корсары, может быть, завтра, а вот насчет того, когда я выложу, я не знаю. О, труп. Труп есть. Вот это хорошо. Че, у тебя флешка? Давай. Так, и тут у нас аномалия, которую, я думаю, стоит осмотреть. Оба, и тайник тут рядом. Один из тайников. Ага. Да, две водки. Я, конечно, говорил, что тут изменили вещи, но все-таки не настолько хорошо они изменили, что иногда все-таки хрень попадается. Так, где-то здесь труп еще один. А, вот он. И повезло, что он не на территории завода. У него еще есть флешка. Что ж, это значит, что мы еще раз ходим на базу долго. Да, в следующей части будет пальба та еще. Бойни из всех бойни. Ладно. О, артефакт. Он внутри завода. Не, там электро, там зомби. Там страшно, там я боюсь, там нет моего плюшевого мишки, я туда не пойду. Ну нафиг. В следующей части, если я не забуду, я заберу этот артефакт. Ну а забуду, хрен с ним. Так, куда нам надо идти забрать остатки из нашего тайника-пенька? Потому что мы на него сели и должны были косарь отдать, но не отдали. Плюс еще тут зомби. Так, давайте осмотрим территорию. Вот если убрать эти чертовы пси-всплески, которые периодически случаются, то янтарь вполне красив. Нет, тут три чувака в экзоскелетах с супероружием, блин. А они не могут пойти зомби перехерачить. Извиняюсь, конечно, что иногда тут матюкаюсь, но просто отсутствует логика. Или в нам всыпят. Умри, падла, умри. Да ты помрешь мне. А-ха-ха, офигеть. На, блин. Вот, две аптечки, крутяк. Охренеть, не встать. Так, у тебя Энфилд. Не, Энфилда брать не буду. Сайга. Сайгу давайте возьмем. А, мы перегружены. Не, тогда мы ее выкинем. Тогда мы ее выкинем. Кстати, я все-таки так подумал, что из всего того оружия, что мы имеем, ну, в коллекции, в нашей, все-таки в нее стоит добавить Энфилд, потому что это хорошее оружие. И я в этом сам не раз убеждался. Так, ты можешь отвезти меня. К сожалению. А, хотя лидер долго скупит, я думаю, валы и винторезы. А, сик я не собираюсь продавать, мы его тоже в коллекцию. Да, я буду собирать коллекцию. Надо же хоть как-то себя развлечь. База долго, 1600 рублей. Идем. Так, я вырежу. Не, ну вы представляете, какой облом. Прихожу я, значит, сюда. И чё я вижу? Он не покупает это все брахло. Прекрасно, блин. Хлопаю стоя. Козлина, блин. Так, что тогда? Что у него можно купить? Аптечки возьмем. Бинты, два бинта мне надо. Что еще мне? Не, бинтов побольше. 4. Пусть 25 будет. Подствольник это все не надо. Так. А патроны есть золотые? Ага, есть. Для дробовика. СВУ. СВУ. Не, СВУ да лучше. Так, ладно, давайте сейчас пойдем к технику. Починим все. Кстати, я вот не знаю, что лучше. Скат или этот? Это мне придется прокачивать еще и долговский. А у меня сейчас, как видите, с деньгами не ахти, чтобы прокачивать еще и долговский. Так, кстати, тут больше респов не было. Блин, ну сколько тут тайников, а?
Кстати, как тут долг у нас поживает? Догоняет свободу, а вот сталкеры что-то начали сдавать позицию. Бандиты тоже сдают позиции. Но их тут долговцы прессуют. Я периодически вижу их стычки. Вот все желтые, это вроде бы бандиты. Но я окончательно с ними ссориться не буду. Достреливать их. Пускай. Сами разбираются. Так, чинить это все будет дорого, да? Офигеть, 6 тысяч. Ужас. Так, давайте положим пока непрокачанными в наш складик небольшой СИК и долговский комбез. Мы к ним вернемся позже. Но сегодня опять такая часть беготня, на которую мы наживаемся. Тупо. Так, вроде все. Сейчас придется сделать еще две ходки к Сидоровичу. Одну прямо отсюда и другую оттуда, от кордона на Интарь и обратно. Так, я хотел отдать ему еще флешки, нашел информацию. Увы, не на дробовик я нашел информацию. Здорово. Но зато у нас теперь денег. А, блин, я забыл гранату скинуть. Как я мог, как я мог. Ну, следующая часть будет уже поинтереснее. Сами видели, сколько там зомби. То есть, пальба будет та еще. Мы подготовимся, разумеется, в следующей части. Хорошенько. Но это все в следующей. Пока же, пока же, пока. Пока нам надо идти к Сидоровичу, да. Кстати, я ничего не забыл скинуть. Конечно, я еще раз не пойду на этажи, но ладно. В общем, я вырежу, мы очутимся снова на Янтаре. Итак, мы снова снимаем. Я решил снимать, потому что... Чтобы вы увидели, сколько я денег делаю на продаже оружия. Вот всего 4 ствола, уже почти 20 тысяч. А это еще не предел. Я иногда и по 40 срубаю. Поэтому понимаете, что, почему я так не ленюсь. И бегаю, продаю это все брахло. Так, мне нужны энергетики, ага. Скупаем все. И мне патроны бы золотистые. Хотя бы еще 3 пачки. Нормуль. Так, и у нас уже 40 килограмм. А было 45, то есть мы все более и более освобождаем место. В ящике я вроде ничего не забыл. То есть у нас теперь есть 30 килограмм свободного места. Оба-на. И взгляните, какая у меня уже ачивка. Мне уже генерала дали. Я не знаю, по-моему, я круче этой ачивки не встречал. Так. Получено, выполнено 132, провалено 38. Ну, это там всякие задания, где иди, защити и получи награду, муть. Убито сталкеров 245, убито монстров 207, тайников 22, время игры 8 дней. Очень неплохо, я вам скажу. Привет, очень неплохо. Так. Теперь нам надо снова на Янтарь. Что мы там сделаем? Эту всю половину мы отбегали. Завод мы оставляем на следующую часть. Поэтому мы, я надеюсь, добежим до нашего пенька. Как бы это смешно не звучало. Так. В жизни установим. В общем, добежим, заберем и идем обратно. Вырежу, как я пойду на Янтарь. Ну чё, не успел я прийти. Опять этот чертов критический уровень пси-излучения. Меня это уже бесит, эти чертовы зомби. Потому что... А, нет, дверь-то нам открывают. Это просто в первый раз, если не защищать ученых. Да закроют эту дверь, черт, да пошли вон на. Сама закроется. О, блин, как хорошо. Просто окно открыто, и ветер сейчас подул. А на улице сейчас жара по 35 градусов стоит, поэтому так хорошо, когда дует. У кого был так же, тот меня точно поймет. Так, в общем, что нам надо? Нычку нашу забрать просто. И все. И валить отсюда ко всем. Вот вообще Янтарь мне локация нравится. Но вот, блин, с зомби они переборщили.
намного атмосфернее было, если бы это была брошенная одиночная локация, в которой лучше бы мутантов они делали. Конечно, не которые спавнятся каждый раз, до хрена и больше, а которые... которые это, блин, ну просто опасные. Типа там химерку бы заспавнили разок. Так, ладно, ничего толкового тут нет, давайте валить отсюда. Зомби снова прут к нашему лагерю, к лагерю ученых. Можно его уже назвать Форт Янтарь, потому что столько раз его оборонять. Ага, у нас даже перегруза нет. Ну, без перегруза мне как-то вообще стрёмно идти. Это тупо патрончики. 20 тысяч у нас. Не ахти, конечно, как много, но... да еще как назло, из всего того, что у нас в списке, точнее, в сумке. Чёртова аномалия. В общем, из этого оружия вот мы продадим только два. Я пополню коллекцию. Я хочу собрать большую коллекцию. Ну что поделать, люблю я оружие. Так, и мне нужен Энфилд, потому что, как по мне, это хорошее оружие. Я думаю, возможно, есть такие люди, кто со мной согласится, ибо это действительно хорошее оружие, особенно если в режиме одиночной стрельбы. А, блин, зомби, чертова зомби, вы меня достали уже. Вы не представляете, как вы меня бесите. Сайга, сайга. Винт. Брахло. Еще сайга. Почти все дологовцы. Да, жалко долгарей. Так, где еще один зомби? Мощно. Вблизи дробовик просто рвет. И мы хоть оружие еще немного насобирали. Да, и у нас уже скоро перегруз будет. И если будет слишком много перегруза, то придется вырезать. Тьфу-то, выкинуть. А зачем вырезать-то? Вырезать не надо. Где еще один? Ну как вовремя, а? О, у него спас, нифига себе. Спас его, не спас. Как я уже как-то говорил. Че ты в меня стреляешь? Ты. Вот немного неточно он на дальних дистанциях. Ай, лагает. Лагает ужасно. Итак, мы у Сидоровича. И сейчас мы будем продавать вот это все барахло. Так, мы продаем спас, он у нас есть. Мы продаем ГПшки. Сайгу Энфилд мы оставляем. Уже 25 тысяч. Винтарь продаем, и нам надо продать. Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Торговать. Прекрасно. Так. Так, у тебя ничего нету. Ничего толкового. Так, энергетик один. Угу. Снайперские патроны мы не будем продавать. Так, две пачки золотистых. Ну, я их так называю. И в итоге у нас почти 62 тысячи. Не знаю, как надолго нам этого хватит. А вот это все у нас пойдет в коллекцию. Так, 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 лады. Что нам еще надо? Я думаю, больше нам ничего не надо. Можно валить отсюда. Кстати, на янтаре очередной пси-всплеск, когда я оттуда уходил. И еще, это, как его? Блин, я, наконец, все, что мне нужно, забрал с янтаря. То есть, больше у меня там припасов никаких нет, которые надо распродать. Поэтому мы сейчас идем на...
базу долга, выполним там кое-какие делишки, и там закончим часть, и следующую там же начнем, подготовимся, сразу отправимся на янтарь, сразу впарим ему документы, и у нас будет следующая часть практически на 3/4 посвящена зачистке завода, обыску тайников, поиску трупов с флешками и прочим. Ну, в общем, интересно будет. Мне уже и самому интересно. Так. Но сначала нам надо эту часть закончить. Закончим ее на базе долго. Но выполним сначала пару дел. И мы продолжим запись там. Итак, мы снова на базе. И что же мы будем сегодня делать на базе-то? Сначала давайте сходим к технику. Я так думаю. Конечно, на все, на полностью, чтобы улучшить все, что у нас есть, у нас пока не хватит денег, но... Так. Я пока СВУ не буду прокачивать, ибо ей я пользоваться не буду. Вот интересно мне, как Сайга себя покажет. Она, по идее, дробью стреляет. Точность. Да, лучше у дробовика в какой-то веке точность покачать, когда есть такая возможность. Интересно, кстати, на Сайгу можно прицел прицепить? Я понимаю, это глупо. Так, давайте еще Энфилд прокачаем тоже на точность. Я как-то помню, часто бегал с ним, он мне вполне понравился. Согласен, он не очень надежный, хотя если прокачать... то надежность его вполне хорошая. Просто в автоматическом режиме он действительно немного плоховат, но у него штатный прицел встроенный. Блин, что тут так темно, ни хрена не видно. Во. Штатный прицел удобный, плюс на одиночных у него точность еще лучше. Ну ладно. Так, кстати, где этот прицел у меня? На калаше он у меня. Давайте отцепим. Не, прицепить нельзя. Жалко. Так, что тут у нас еще есть? Этот, как его? Скидываем. Калаш тоже. О, он еще раз заряжен чем-то. Блин, нафиг я Энфилд скинул. Я хотел попробовать, можно ли к нему прицепить подствольник. Не, нельзя. Наверное, надо было улучшение поставить. Скидываем. И давайте мы наконец-то побегаем не с этим оружием, а с Сайгой. О, прекрасно. Она тоже стреляет стрелами, я боялся, что нет. Ну что, она перезаряжается быстрее, и это мне очень нравится. Это единственный плюс. Так, ну давайте сравним со Спасом. У Спаса хуже точности отдачи, но убойность больше. Скорострельность такая же, состояние, ну это у всех такое. А по весу 3, а это 3, это меньше весит. Так, патрончики скинем. Давайте посмотрим, чего у нас не хватает в коллекции. Винтарь есть. Потом из таких тихих стволов еще гроза у нас. У нас нет вала. Да, надо найти вал. Потом я бы добавил сюда бандитский этот вихрь короткий. Вполне хороший ствол. Далее, так, чейзер. ЛР-300. АКСУ, МП-5. Это все здесь не к месту. То есть вал сюда добавить в коллекцию. В такую, в хорошую. Потом что еще добавим? Пожалуй, ну, вихрь, да. Что у нас еще не хватает? FN-2000, разумеется, она должна здесь быть. Жемчужина моей коллекции. Что еще? Ну, так-то, такие основные стволы у нас все есть, хорошие. Кстати, ваше предложение, это будет такое, типа, немного развлечение для вас, дорогие зрители, подписчики. Предлагайте ваши варианты. Оружие, которое можно добавить в мою коллекцию, и я с радостью подумаю. И, возможно, даже добавлю ваши предложенные стволы в свою коллекцию.
Будем ее расширять, дополнять и прочее. Так, а сейчас я хотел бы прокачать крепление подствольника. Все, это будет у нас штурмовое оружие. Если у нас ГП-36 это точное оружие, то это у нас будет натовское убойное, штурмовое. На скорострельность, на отдачу, с подствольничком в кои-то веки. Патроны вообще эти выкинуть. Это же стандартное. Хотя ладно. Так, вот у нас наконец-то есть и подствольник, и... А чё не оставляет следы? А, вот, есть какие-то. Ну, не сказать, чтобы оно очень уж точное, но нормально. Да, то есть подствольник плюс прицел. Я уверен, можно прицепить этот, как его... Как он, глушитель, вот, точно. Но мы пока все равно будем бегать с сайгой. Да, интересно будет, как сайга себе покажет, когда мы будем зачищать завод от нечисти. Я как раз таки возьму сайгу. Так, 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 так. 7. И сейчас надо еще сходить в магазин, кое-что там прикупить, и мы закончим часть. Это... Я сейчас, когда закончу часть, дойду до перехода на янтарь, ну, без проводника, чтобы деньги уж не тратить. И в следующей части мы сразу окажемся на янтаре, отдадим документы и прям сразу же начнем зачищать завод, чтобы не тянуть время, потому что сегодня, как вы видите, много беготни. И опять я все деньги спустил. Но ничего, мы в следующей части отыграемся. Я уверен. Кстати, надо бы поспать, что ли. Ну ладно, это я сейчас все сделаю без записи. Бинт. Больше мне ничего не надо из этого всего брахла. Кстати, а если подумать, то у меня это, как она называется-то? Сайга там дробью стрелять может, согласитесь со мной. А дробь будет рвать зомби просто так. Только так. Вот так. Да, она стреляет дробью, и меня это радует. О, пулемет. 70 тысяч, офигеть. Не, покупать я его пока не буду. Но нам нужны лечилки, ибо на заводе нам устроят ту еще веселуху. Нужны энергетики, только он их вот не продает. А, там есть же бармен. Гранаты. Я думаю, гранаты нам не нужны. Ручные, в смысле. Подствольник-то я накупил. Что еще? Так, дробь это... А, это пуля. А чем отличается он? Дробь, пуля и пачку золотых. А, вот и вихрь есть. Но я его покупать не буду, я думаю, мы его еще найдем. Угу, дед еще остался. Прекрасно. Так, ну теперь зато мы запаслись патронами к следующей части. Лечилками запаслись, починили все, прокачали. И давайте еще купим энергетиков и заодно хавчика. А то сейчас посплю, и он снова жрать захочет. Окей, зайду. Вот все, мы все скупили. Я думаю, на этом можно закончить часть. Поэтому еще раз напомню, предлагайте ваши идеи. Ну, идеи, предложения, какое оружие можно и стоит добавить в коллекцию. Только не надо писать, и я бы добавил там пулемет, допустим, и все. Ну, и что вот, вы бы хотели пулемет. Вы конкретные факты об оружии предлагайте. Ну, точнее, аргументы, что оно действительно достойно быть в коллекции, это действительно хорошее оружие, и не только в игре, но и в реале, поэтому, в общем, как-то аргументы и факты приводите. Так, ты заткнешься? Вот этот мегафон чертов. Че, все? Он больше не будет говорить? Да я еще раз стрельну. Достал он меня. Во, прекрасно. Я уже люблю сайгу. Ну, в общем, вы поняли.
Предлагайте ваши варианты. Чаще сохраняемся. Всем спасибо за просмотр. Удачи, пока и подписываемся на мой канал. Как всегда, по традиции, чаще сохраняйтесь. И как коротенькая новость, Корсара ждите в выходные, а новую часть Сталкера на следующей неделе. Все, всем приятного просмотра.